Всем привет, друзья! Третий день жары, и мы вот с собачкой на такой прогулке. И именно как бы я, например, люблю пляжи, люблю отдыхать, загорать. А вот он себя ведет не так, как всегда. У него поведение совсем другое. Он начинает как-то выходить, немножко походит по солнцу, попрыгает, чуть-чуть со мной поиграет. И потом начинает ложиться в траву и не хочет идти. И я замечал, что у многих собак такое, что они просто ложатся на солнце и не хотят никуда идти. И вот так вот дышат. Полностью язык высовывает. И все, это у них такой обмен, остужение, да? За язык тебе, дай, схвачу. Оп, оп, оп. Так, ладно, пришли к озеру, такое городское озеро у нас, сейчас пойдем где-то зайдем в водичку, будем остужаться. Цой, Цой ко мне прыжок. Такой сильная натяжка идет. Так куда ж ты тянешь так меня? Скажи, я водичку хочу, да? Подожди, 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 не спеши. Так резко прямо. И все, и кайф, да? Скажи, и кайф. Резкая глубина. Давай, 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 давай. Сейчас только бульк и нету. Давай, иди дальше, если хочешь. Смелый? Давай. Давай, Цой. Мы смелые с тобой, да? Опа! И попа провалилась. Так. По-моему, на камеру попала вода. Уже нет воды. И что ты будешь делать? Смотри, какой ходун. Я думал, упадешь в воду. А ты все нежненько и аккуратненько, да? Так, хватит там есть уже что-то, уже нашел что-то. Ух ты, рыбка плавает. Ты как, охотиться не будешь за рыбкой? И все. Называется Цоя, отпустили в воду. Вот это вот наше спасение в жару.
не было бы рядом возле дома озера, было бы худо. Так, Цой, ты постоянно на камеру попадает постоянно вода. Будем держать подальше от тебя. Все, пошли. Лучше стало, да, лучше. Вкусная травка, да? Так, все, пошли, походим. Пошли. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пошли дальше. Смотри, рыба прыгает как. Цой, не хочешь поймать мне рыбку? На сковородку. Сейчас с тобой погуляем. В принципе, я думаю, что долго гулять мы уже не будем. Так как дома даже как-то так прохладнее, чем на улице. Что там увидел, а? Что там? Что там? Что там? Так, ну, Цой. Ну, тут и резкая глубина. Только бульки ушел. Ты сейчас если встанешь, то сразу уйдешь под воду. Смотри, вообще. Опа. Именно резкая. Так, она перестала.
Все, да, пошли, пошли. Пошли. Ну вот. Пойдем. Пойдем. Я говорю, пойдем. Так, я так понимаю, что тебя тянет все время в воду, да? Все время. Иди сюда. Завтра Алинка к тебе приедет, будешь играть с ней. Очень сильно любит ребенка, очень сильно любит играть с ним. Именно, можно так сказать, даже не просто любит, а именно защищает очень так активно.